Уважаемый Владимир Викторович, команда «Сокол-2012» сердечно поздравляет вас с днем рождения. В этот день хотим выразить вам слова благодарности. Ваш труд заслуживает самого искреннего признания. Спасибо вам, что научили нас не бояться, не сомневаться в своих силах, терпеть, выкладываться так, чтоб мышцы ныли, и стремиться к цели, несмотря ни на что. Ваша похвала на вес золота для каждого из нас. Ваша вера – наша опора. Спасибо за поддержку и терпение. Мы точно знаем, что тренерское «хочу», помноженное на наше «могу», преобразится в нужный результат. Вадим Викторович, будьте всегда таким же энергичным, здоровым, амбициозным. Вы пример для подражания. Мы сделаем все, чтобы вы нами гордились. Желаю вам оптимизма души и усердной работы, высоких результатов и достижений. Желаем личного блага и достатка в доме. Вадим Викторович, пусть сбудется все, о чем вы мечтали ребенком, о чем вы продолжаете мечтать сегодня. Пусть это будут самые смелые мечты. Вы это заслужили. С днем рождения! Владимир Викторович, желаю вам высоких достижений в спорте. Желаю вам удачи. Владимир Викторович, я желаю вам с нами выиграть кубок Стэнли. Владимир Викторович, я желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись. Желаю новых достижений. Желаю с днем рождения, желаю счастья, здоровья и любви. Владимир Викторович, оставайтесь таким же целеустремленным и трудолюбивым человеком. Желаю гениальных идей и задумок. Желаю успехов. Дмитрий, поздравляю с днем рождения. Вам счастья, добра, любви. Спасибо, то, что вы нас примете. Оставайтесь такими же. Я поздравляю вас с днем рождения. С днем рождения, Вадим Викторович! Желаем вам здоровья! Желаю правильных решений и красивых побед!